Так, Оливочка, у нас утро наступило, и у нас куча дел. Как всегда, я еще вчера вспоминала там, наверное, фунтов 10, которые надо делать, у меня на это нет времени. Наша сегодняшняя погода. Снег почти растаял. Зимы пока нету. Ну, самое грандиозное, это сегодня нужно пылесосить, убираться. Ну, а перед этим я сейчас, как и обещала, вчера, по-моему, соберу с под стола банки все ненужные и выставлю в группу «Отдам даром». Тихоточка, долишь. Не надо скандалить, на тебе палочку, ламышечка. За котами я еще не убрала. Надо убрать. Оливочка, пока не иди сюда. Тоже банки будешь ставить? Повторять за мамой, да. Так, ну все. Так, еще не все. Так, вот банки, которые надо дать. И еще у нас же было штук 15 таких. А куда Вова дел, интересно? Что я без понятия. Надо позвонить, спросить. И все. И придут люди, заберут. А вот эти баночки у меня не 4 штуки. Я покупала себе для круп. Но я ими не пользуюсь, что-то мне неудобно постоянно пересыпать из этих пакетов, не знаю. Ну, пусть стоят. Не буду пока отдавать, пригодятся. Чего скандалишь? Все, готово. Готово, ура! Место больше освободится. Солнце сегодня, как я его люблю. Надеюсь, когда мы пойдем гулять, оно еще будет светить. Так, Оливочка, я тут перебирала кое-что. Кстати, насобирала одежду опять отдать. Это мы ездим, кстати, далеко. Надо ездить. Раньше, когда что-то было лишнее, ну, ненужное, я писала в группу «Отдам даром». Ну, и люди приходили, забирали. Но очень часто просто напишут и не приходят. Опять у них спрашиваешь, говорят, придут, заберут. Опять не приходят. В общем, довольно часто такое случалось, особенно в последнее время. В принципе, мне это надоело. Ну, это просто вот это вот непунктуальность у людей мне не нравится. Если пообещали, ну, придите, заберите. Ну, или предупредите, что не придете. Ну, я так считаю. И у нас пару месяцев назад открылось помещение благотворительное. Там все, кому не нужны вещи, их приносят. Ну, в основном одежда. Игрушки немножко были, ну, так чуть-чуть. Приносят и отдают. Вот они это сортируют, и можно приносить туда, ну, и брать что-то. Поэтому мы ходим туда. Так проще. Принес, отдал, и все, не нужно никого ждать. Вот. Поэтому у меня еще один пакетик появился. Надо будет на днях сгонять. А то, что у меня пока что не нужно, я складываю в диван. У меня там капец сколько всего. Так, Оливочка, сиди там. Это очень тяжело сделать. О, тут здесь всякие ткани, но я же иногда шью, что-то переделываю, тут ткани всякие, а там в основном джинсы, ну, в общем, из которых я что-то могла пошить или могу, ну, мне теперь с моей занятостью кажется, что мне это вообще не нужно, и пора это все раздавать. Так, Оливочка, ты решила мне помочь, и все? Я стар, да, малыша? Как ткань уже. Куда ты едешь? Ой, сколько освободилось места у мамы. Все, это, наверное, надо. Мало ли, захочу что-нибудь пошить. И джинсы иногда ж идеи приходят интересные. Так, Оливочка, что ты достала? Чуть-чуть, да? Давай. Все. И задвинуть. Стой.
Все, Оливка. Дело сделано. Ничего себе, сколько я хранила. Ну, многие вещи я просто оставляла там, что-нибудь переделать, или на подушку там красиво. Но у меня вообще нету времени. И если вещь хорошая, ну, это Арина носила, ну, я отдам. Жалко резать на что-то. Поэтому пусть какой-нибудь ребеночек носит. Вроде бы все перебрала, теперь осталось попылесосить быстренько. И будем с Оливкой обедать садиться. Оливка, ты думаешь, мне хорошо так помыть? Пришла она ко мне. И давай садиться. Класс. Я так пол еще никогда не мыла. Как тебе, нормально? Капризничай. Сейчас будем обедать. Все, быстро-быстро, это последний пол. Все. Давай, иди сюда. А то мама сейчас это... Очень я устала, кстати. Все, запыхалась. Все, Оливия, пойдем ням. Так, у нас с тобой супер, да? Ля-ля, сейчас будем есть. Сейчас будем есть. Айда. Скорее скажи, я готова. Быстро мне есть. Давай вот этому уберем пока что. Будешь? Приятного аппетита, малышечка. Приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Че спряталась? Че спряталась? Изучаешь лопатку новую? Меня забрала. Тут блинчики пеку. Нашла еще вот этих вот ведерок, помыла. И буду отдавать тоже сегодня, буду забирать. У меня там постоянно женщины, которые я могу отдавать банки и такие ведерки. А взамен, как благодарность, она мне приводит какого-нибудь вкусненького варенья. Ну, это я что помню. Я думаю, сегодня тоже будет что-нибудь вкусненькое.